услуги, которых нам не хватает. Если вы не знаете, какую одежду вам сегодня надеть, чтобы вам не было слишком холодно или слишком жарко, то услуга тестировщика одежды вам точно будет полезна. Ну, в общем, ветровки жарковатые. Если честно, да, немножечко. Вот сегодня идите в этой рубашке. Он может на себе испытать не только температурные качества, но и практическую пригодность. Так, ну если ты не пишешь рэп и не собираешься умереть до 27, то, наверное, это не для тебя. Три правила бесплатной раздатки. Носим ее на мероприятии, носим ее дома. И если выходим в город, то не забываем придумать себе алиби. Так, ну это не такая старая джинсовая куртка, которая... О, старая джинсовая куртка. Это такая старая джинсовая куртка, которая... Фу, старая джинсовая куртка. Сейчас четверг. А это... А, это же чемпионат просто осталось, не обращайте внимания. Нет, я про кроссовки, я еще на той неделе вам давал. Вы... А, кроссовки. Да. Кроссовки, да-да. Ну, их еще недельку-две поносить бы по-хорошеньку. Проверить все так вот основательно. Ну, слушайте, они новые, как бы я еще планировал. Вот вы врачу говорите, как ему работать? Вот можно, пожалуйста, без этого? Если понадобится, буду и месяц носить. Это в ваших интересах. С каждым бывало так, что ты болтаешь с человеком и не помнишь, как его зовут. Причем это уже шестой с ним разговор, и чем дальше это заходит, тем переспрашивать становится все более неловко. Воспользуйтесь услугой «Имя узнавателя». В общем, Кирилл, по-любому надо встретиться, раз такое дело, сам понимаешь. Серега? Илья? Он Илья. Илюха? Ах, ты подпишешься? Эта задача потяжелее. Ни слова больше. Семен Сергеевич? Нет. Сергей Семенович? Нет. Семен Семенович? Нет. Да как так-то, а? Ну, вы не говорили про две одинаковые буквы. Тут как бы, не знаю, в ТЗ такие вещи надо прописывать. Если вашим родителям не нравится ваш парень, то услуга аренды плохого парня вам очень пригодится. Мам, пап, привет. Знакомьтесь, это Рамиль. Близкие называют меня Firestarter. Что вам предложить покушать? Я ем только то, что приготовлено на огне, и пью только то, что горит. Где вы работаете? А я не работаю, я плыву по течению, как свободный волк. My girl, my girl. Доступно несколько вариантов. Я хочу от тебя как можно больше детей, чтобы снимать как можно больше утренников. А, безусловно, приходите к нам на выставку, там нас художник пересчитывает песчинки в мешке, а под монеточку, естественно. Смешно. Плохой парень сделает так, что на его фоне любой будет смотреться лучше. Когда ты накосячил, всегда стрёмно, если в этой ситуации ты один. Услуга по аренде принимателя вины поможет избежать легкой неловкости. Извините, я опоздал. Я тоже опоздал. И не только лишь он, ленивый бесхребетный мужик, который не может оторвать свое тело от постели по утрам, но еще и я. Делите презрение между нами пополам. Слушай, было мало времени, чтобы выбирать подарки. Все, что я купил. Бинокль. Она любит ходить в театры. Мусульманский календарь. Она татарка. Я подумал, что... Слушай, я тебе не за это деньги плачу. Ладно. Ха-ха, с днем рождения! Это тебе! Он придумал для себя подарки. Это будет стоить тебе дороже. Ладно, хорошо. Так это, мы же вдвоем были, помнишь? Мы вдвоем приходили. А, тут нет. Сам. А если перевернуть, ты неправильно смотрел? А, так тоже две. Ага. Если вас застало экстренное желание сделать что-то, что на публике делать неприлично, то воспользуйтесь услугами персонального отвлекателя внимания. А, чертов насморк. Поможешь? Да, без проблем. Спасибо. Это человек, который рядом с вами будет делать вещи хуже, чем те, которые делаете вы. Слушай, что-то брюк спадает, нужно ремень поправить. Да не вопрос, сейчас выручим. Так, либо смотрим, либо проходим, давайте тут не толпимся как бы.
Всем привет, это канал Громкие Рыбы. Этот ролик мы сделали вместе с сайтом РД Онлайн. Это сервис, где находятся все коммерческие услуги города Казани. Тебе больше не надо отсматривать весь интернет, обзванивать всех знакомых. Ты просто заходишь на этот сайт или звонишь туда, и они сами подбирают тебе нужную услугу в нужное тебе время и абсолютно бесплатно. Там можно заказать все, от окрашивания волос и пошива одежды до заказа ресторана и записи к врачу. Сайт работает 24 часа, а значит, он не уйдет на обед, не закроется на переучет, не уедет с женой и детьми в отпуск, не заведет себе отношения на стороне через пару лет, не начнется раздел. Короче, сайт работает круглосуточно. Кстати, я сам тоже воспользовался услугами этого сайта и заказал себе установку кондиционера. Амир, вот чтобы это хоть кому-то было интересно, тебя должны звать Амиран, Амир, понятно? И не Садыков, да, как тебя зовут, а Сардаров. И не... Как Амир отчество... В общем, смотрите канал Громкие Рыбы, подписывайтесь, лайкайте и заходите на сайт RD Online, чтобы заказать себе маникюр или обои наклеить. Там много что можно заказать.